Сейчас рулем придешь. Так, ребят, Хускварна. Хускварна 300, да? Нет, тоже 250. 250. Хускварна 250. 2Т. Я думал, ты с рулем придешь. Какой он мягенький. Ну, вот я обочину сломал. Ну, это тебе еще как-то хорошо повезло. Но я не доехал. Да понятно. Так, вот это стартер, да? Ты доехал, ты там круги менял. Вот это стартер? Да, да, это стартер. Красный это. Вот это глушитель, да? Это вот сигнал. Юх, это сигнал есть. Я сейчас тоже не нечаянно нажал. Нихуя себе, едет нормально, блядь. Мне даже повеселее, чем у тебя, блядь. И рулится, блядь. Ты прокатись в Африке. И рулится как-то, блядь, получше, прям поинтереснее. Интересно, да? Тебе надо 300-ку брать эту или Хускварну? Да нет, 250-ка хватит. А? 250-ка хватит. Просто 250-ка, она 12 тысяч оборотов крутится, а 300-ка 9 что-то вот такое-то. А-а-а. Ну, это да, мне Гарик раскручивает. Блин, он как бешеный. Ну, когда раскручивается, прям хорошо идет как. Покороче, что ли? Чего-чего? Покороче, он, мне кажется, нет? Какой-то он прям вот... Более юркий, да? Да, и как-то подвеска не такая, да? Вафленая. Этот как диван, блядь. Пушки. Да этот, ну, КТМ болтает как-то, блядь, перекладывает туда-сюда. Мягкий, да. А это как-то, блядь, какая-то посадка совсем другая, блядь. Мне кажется, угол более... Надо померить. Или нет. Они одинаковые, просто, блядь. Прикольный парачек. Да, ну что-нибудь там подвеска по-разному настроена, да и все, мне кажется. Так, ну что, надо еще раз. Чуть-чуть. А, нет, это же, блядь, фар у меня. Да, фар у меня. И поет как-то. Thank you.
офигенно есть, мне прям нравится. Это лучше, чем это, 4Т, да? Не, ну по-другому. Как двухтактник. Не, мне двухтактник чуть побольше есть. Нравится. Ну он мягкий. Наверное, все-таки. Прям эндурик, такой для... мощный эндурик. Для кросса, наверное, лучше, да? Не знаю, слушай, он прям такой вот какой-то как сбитый. Подвеска мне не показалась, что же она такая вафленая. Ну она жесткая. Надо попробовать по кроссу. Более жестче. Да, это более жестче. Диван. Игорь, надо попробовать по кроссу. Прокати, просто прокати. Да такая же хуйня. Ну нет, такая же, ну просто вот, ну так вот, между делом. Просто, ну, сейчас поменяемся. Ну не поменяемся, просто как бы попробуем. Давай, старай. Блядь, тяжело. Ну там защиты, блядь, килограмм на 30 нахер. Защиты, да. Вот Костю поснимать. Понравился, только что-то по прямой его вот так вот, блядь, начинает кидать, блядь. Вот это как-то ровнее идет. Да. По прямой, когда да. едешь. Да, да. А вот именно вот так вот как-то он это. Как-то даже это. Я даже так заложил это, блядь, ну, получилось, блядь. Да, не знаю. Нет. Может просто это. Хаска. Поинтереснее. Сел, не знаю. Разыграл. Вот я тебе говорю, я просто после дурака сажусь на него, как на диван. Просто. Мне кажется, просто настройка подвески, да? Вот из-за этого его чуть больше швыряет, но из-за этого он... Я вообще ничего не делал. Вот как, я тоже ничего не делал, как не из, коробки, умею из коробки достал, я ничего вообще даже не крутил. Я тоже. Но мой только эти, в Байклэнде они собирали. А, ну может они что-то какую-то заводскую настройку делают. Потому что, ну, я вот прям... Я хуй знаю, куда там крутить, что я... Как поставил, так и оставил. А это от этого? От навигатора, да? Ага. Который сел, блин. Я его зарядить не могу. Ну там же надо на кнопочку нажать, да? Ну, блин. Нет, ну да. Там под батарейками такая кнопочка. Ну, специальная херня. Батарейки вставляют. Я не знаю, Игорь. Ну, сброс там, наверное. Кнопочка. Не сброс, а чтобы заряжать аккумуляторы именно навигатором. Надо, чтобы кнопка была нажата. И я колхозил туда там, ну, картонку подкладывал. Думаю, надо. Скажем так, хорошо к этому делу подойти. Ну да. Ну что, погнали тогда? Что, поехали, а то там мама. Мы сказали, часа в 3-4 приедем, да? А сейчас можно. Ну сейчас полвторого. Может до того карьера доехать? Давай до того карьера и оттуда, ну, до автобусов уже вот так вот. Да? Папа, а я не знаю, хватит. У нас бензоля хватит, но. Ну посмотри, сколько там чего. Ну там полбака. Так, едет. Кто-то едет. У нас полный, да, Санек? Ты полный забыл? Да, хватил да. там бензина? Там в твоем, наверное, был полный почти, да? Полный я заливал, а ты практически. Что, а? Как будто кто-то ехал, нет? Я ничего не слышу. Вот. Ну поехали туда. Это, ну мы их встретим, я думаю, да? Да тут хер встретишься, блядь. Тут 100 дорог, блядь. Вокруг, может, проедем, нет? Нафиг. Они здесь поедут. А, тут сейчас дорожки понастроили.
Ну, я думаю, да. Туда в парк лучше не суваться. Степашка на прошлых выходных поехал, его там хуями покрыли, блядь. Ну, так бывает. Ну что, давай. Раз пошел, это я за счет не понял.